в которой находится зубная щетка. Написано хрупкая. Вот. Будем прогреть. Здесь мы имеем вот такую зубную щетку. Это уже вторая щетка, которую я получаю. Первую щетку я получал в черном цвете. Вот цена у нее очень интересная. Цена за саму щетку бесплатна. Комплектация богатая. А вот за доставку нужно будет заплатить компании СДЭК 399 рублей. Вот. Вам курьер принесет на дом эту посылочку. Вы ее протестируете. Должны будете составить отчет, оставить комментарии на сайте, где ее заказывал для тестирования. И дальше мы ее оставляем себе, в принципе, на постоянное пользование. Вот и все. Кому было интересно, пробуйте, пытайтесь. Комплектация очень богатая. Здесь 4 вида насадок. Держатель для смартфона. Футляр для зарядки самой зубной щетки и смартфона. Можно заряжать. Можно также бокс с зарядкой для дополнительных насадок. Все. Всем пока.